Героям слава, Юля. Про війну в Україні не забувають і німецькі рокери. Нашу боротьбу підтримав культовий гурт Scorpions. Напередодні на концерті у Тель-Авіві фронтмен Клаус Майне взяв жовто-блакитний прапор в одного з фанатів і пройшов зі стягом сценою. Світлове оформлення також було виконане в кольорах українського знамена. І навіть більше, через війну музиканти оновили хіт «Window Change». Артисти прибрали всі згадки про Москву і парк Горького. Натомість додали рядок «Now listen to my heart, it says Ukraine». У перекладі, а тепер послухай моє серце, воно говорить «Україна». Під час нинішнього концерту в Ізраїлі рокери разом з фанатами заспівали цей хіт. Ну і, звичайно, ми не могли не розшукати того хлопця, який передав на сцену Клаусу Майне український стяг. Ним виявився Олександр Либак, нині громадянин Ізраїлю, який народився і до 11 років жив в Україні. І зараз Саша з нами на зв'язку. Вітаю вас в ефірі «Єдиного марафону». Здравствуйте. Саша, розкажіть, що саме ви написали на українському прапорі і взагалі звідки з'явилася така ідея? Ну, смотрите, Scorpions, когда они начали свой тур в Америке в марте, когда началась война в Украине, они изменили текст песни «Window Change» со слов «I follow the Москва», слова, которые ознаменовали падение Берлинской стены, начало чего-то хорошего, нового, изменили эти слова на «Now listen to my heart, it says Ukraine, waiting for the wind to change». Они, это очень огромный смысл, что вместо того, чтобы говорить «я поехал в Москву, слушая ветер перемен», они изменили это, и это звучит как «я слушаю свое сердце, оно говорит Украина, я жду, чтобы ветер перемен прошел уже». И вот эти слова мне очень сильно запали в сердце, в душу, и я, когда это услышал, я сказал «все, это отличные слова, я хочу, чтобы на украинском флаге они были записаны». Конечно же, этот флаг я отдал Scorpions, это теперь у них в их архиве. Чи очікували ви, що фронтмен от зверне саме на вас увагу, попросить передати на сцену прапор? Що відчували ви в цей момент? Конечно. Я его знаю уже давно, уже несколько раз мы с ним фотались, виделись в отеле в Израиле. В Греции был мой первый концерт. И Scorpions всегда берут флаги, они любят одевать на себя флаги стран разных, в которых они выступают, но флаг Израиля, Украины, это очень, сейчас очень символично, очень много значит для них. И я сразу понял, все, когда будет песня «Window Change», я этот флаг достану. Именно слова, хочу, чтобы он увидел эти слова, которые я написал на английском языке. И он увидел их. Он меня такой говорит, такой, давай, давай сюда. Я сразу ему кинул, он одел, и а все остальное — история. Потом он мне вернул этот флаг, и через несколько минут я попросил, я ему взглядом с ним скрестились, я ему сказал, я этот флаг даю тебе и даю твоему менеджеру, потому что их менеджер Александр Малик, менеджер Scorpions, там рядом стоял. И я сказал, я даю ему, чтобы заберите себе. И я ему показал на флаг, показал на Клауса Майне, на солиста, и сказал, что этот флаг вам. Я ему дал, он забрал, положил себе в карман и ушел. А потом уже дальше был флаг Израиля, который я ему подарил тоже. І от такий от момент був. А що відчували ви в той момент? Не знаю, в мене, мабуть, серце калатало. Я дуже сильно волнувався. Це був просто момент, коли він мене взяв флаг, я йому кинув. Коли тебе заметив соліст твоєї любимої групи, це просто неймовірне відчуття. І таке відчуття, як будто вау, я один із тисяч, які там стоять, один из тысячи фанатов, которые там были спереди, и он именно меня заметил. Конечно же, он мне кинул медиатор до этого. У нас с ним был хороший ай-контакт весь концерт. И офигенные ощущения были. Саш, ви спілкуєтеся з людьми в Ізраїлі. Що кажуть і думають ізраїльські друзі ваші взагалі про війну в Україні? Поділіться, будь ласка. Вообще люди очень
мягко сказано, офигели, когда это все началось. Я работаю программистом, и когда это все началось, я просто не мог работать и ушел домой, потому что целую неделю мне сложно было работать. Многие мои друзья тоже, которые из России, из Украины, из Беларуси, они тоже это негативно относятся к этому всему, то, что там происходит. Они просто в шоке. Они вообще не верили, что это произойдет. Никто не верил. В этот день я в 5 утра просто проснулся, захожу в новости, смотрю, атаковали Киев и остальные города. Это было, конечно, жесть. В Израиле очень много людей, которые помогают беженцам из Украины. Есть много людей, которых я лично знаю, которые собирают гум-товары и отправляют в Украину постоянно. И очень много помощи. И, между прочим, я и еще одна знакомая девушка, мы вместе играли в благотворительный концерт в пользу Украины. Мы подняли 3000 баксов на этом концерте. Мы исполнили 7 песен. Две песни были группы «Один в каное». И это было очень классное ощущение. Вы передали эти кошты куди, якщо не секрет? Был организатор, который попросил нас пожертвовать своим временем, ну, как музыкантов, и люди пожертвовали свои деньги. И эти деньги пошли в пользу женщин и детей, которые в Украине. Дякую, Олександре, за вашу підтримку, за ваш вчинок. Ви ще раз нагадали світові про наш опір російському загарбнику. Дуже вам за це дякуємо. А ми продовжуємо.